Накануне глава Дербента Хизри Абакаров встретился с художниками из Махачкалы Андреем Калугиным и Джамалом Саидовым. Они будут разрисовывать самый большой в мире ракетоносец и кораноплан «Лунь», который недавно переместили из Каспийска в Дербент. «Лунь» станет главным экспонатом строящегося парка «Патриот», где будут располагаться палаточный городок и лагерь для детей, столовая, гостиница, выставочная зона. Мэр города вместе с художниками выехал на территорию, выделенную для парка, где они осмотрели легендарный объект и место его будущего расположения, а также наметили план работ. По словам Андрея Калугина, их работа придаст экраноплану еще более опасный и грозный вид. Художники собираются изобразить клыки, глаза и зубы на носовой части экраноплана. Эта идея возникла вследствие того, что экраноплан часто называют «каспийским монстром». Так его несколько десятков лет назад окрестила американская разведка.